Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Спончик, и мы Кто мы-то, блядь? Я один. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Скрываясь от диспетчера, мы как-то попали в это место. Каким образом и что мы здесь делаем, я сам не знаю. Ну, надо выяснить, может мне эта бутылка как-нибудь пригодится. What the hell is this? Что это, черт возьми? Термос. Представляешь? Выпей. Так он меня, оказывается, здесь ждет? А что же в нем такое? Похоже, что это вроде... что-то вроде термоса, он наполовину заполнен густой жидкостью. Сбоку на нем... трафаретная надпись «Выпей меня». Да что-то как-то мне не очень хочется, если честно. Подобрал какую-то бутылку. Ладно, не бутылку, термос. Подожди, что я там делаю? Я не то хотел сделать. Похоже, у этого парня было место маленьким слабостям на работе. Даже галочку еще нашел. Зашел в какой-то непонятный дом, где все разрисовано граффити. Бутылку, зажигалку. Что это может значить, мне интересно? Какая-то непонятная жидкость. Куда ты попал? Зачем ты сюда пришел? Может быть, ты нам расскажешь окно? У того, кто умудрился забросить это в окно, видать, нехилая подача. Обслуживающий дрон, даже он здесь есть. Один из городских вспомогательных дронов. Наверное, кто-то его взломал и отправил сюда. Чёртовы детишки уже граффити без помощи робота уже нарисовать не могут. А в нем что-нибудь интересное есть, может, какие-нибудь? Здесь, наверное, работал художник. Баллончик с краской. А выглядит как огнетушитель. Аэрозолевый баллончик, который я отсоединил от обслуживающего дрона. Судя по цвету и маркировке, он заполнен красной краской. А на коммуникаторе у меня что-нибудь есть? Я могу связаться, к примеру, с Лао? Нельзя звонить Лао. Сел сразу же узнает, где я прячусь. Ага. А, так ты сюда пришел прятаться. Датчик дыма. Пожарная сигнализация. Что-то мне чувствуется, надо будет со всем этим делать. Картина. Что я еще здесь могу как-то? Надо сразу найти все интерактивные объекты здесь с окном. В этой части города полно заброшенных заводов, покинутых из-за экологической катастрофы 10 годами ранее. И хотя СЭЛ должны обеспечивать здесь безопасность из-за расходов, на это здесь редко приходят патрульные. Значит, нас здесь вряд ли кто-то найдет. Идеальное место, чтобы спрятаться. Вы не можете представить, где бы эта картина хорошо смотрелась, даже если не брать в расчет 10 лет без ухода. Картина, на которой изображена сияющая пирамида, висящая над городом. В отличие от остальных украшений на стенах офиса, эта картина осталась нетронутой. Может быть, с ней надо что-то сделать, как бы? Там больше ничего нету. Остальные бумаги 10-летней давности. Наверное, некоторые вещи приходится хранить в материальном виде. А если я попробую отсюда уйти? Я могу это сделать? Да ладно. Что бы там ни было, там, очевидно, таких 4 ед. Что? Что бы это ни значило? Доски старые, но я все равно не могу выломать их руками. Ну-ка. Ну, я даже нет, не, наверное, никаких вещей, чтобы пока с этим как-то взаимодействовать. Раздевалка и лестница. Разбрызгиватель. Да мне пока здесь и поджигать нечего. Слив? Ну-ка. Интересно, не завелось ли здесь что-нибудь с тех пор, как это место забросили? А что я здесь сделаю? Я понимаю, что прячусь, но как бы, а что мне вообще надо бы делать? Там ничего нет. Музыка куда-то, кстати, пропала. А, она просто заново пошла. Душевые кабинки, ну-ка. Наверное, они еще более заржавели... от воды. Ну пусть работает. Огромная трещина. Похоже, здесь намечается занятная дыра в полу. Знатная, она не занятная. Мне нечем ее залатать.
Или расширить еще более. Действительно. Может, в шкафочке что-то лежит. Опа. Так это не сработает. Может быть, где-то здесь на стене что-то написано? Душевые кабинки, шкафчик. Но я никакого кода здесь не видел. Возможно, мне надо действительно выпить из этой бутылки, а потом сдохнуть. Мне не стоит бродить по зданию. Пролетающий аэростат может засечь движение сканерами. В системе установлен баллон с огнегасительным раствором. Это противожарная система, наверное, ей годами не пользовались. Что там? Я что-то... Снизу не достать. Интересно, работает ли до сих пор. О, здесь терминал есть. Диспетчер? Да ладно. В настоящий момент проводится срочная эвакуация. Пожалуйста, проследуйте в указанные безопасные зоны. Если вы пострадали, получили ожоги, заражения, обратитесь за помощью к ближайшему сотруднику СЭЛ. Отдел кадров, механизация. Уважаемый мистер Харт, мы понимаем, что есть опасения по поводу политики механизации компании, чтобы остаться конкурентоспособной. Но... непрактично говорить работникам, что они собирают сами себе замену. Пожалуйста, в будущем воздержитесь от подобных комментариев. Так. Джейми Рэндалл, раздевалка. Наверное, ты прав, раз защитные костюмы больше никто все равно не снимает. Значит, раздевалкой никто не будет пользоваться. Рабочая неделя обещает быть горячей. Я положу все в шестой шкафчик, код от него 381. Вот как раз таки то, что мне было и нужно. Махмуд. Рох-ай-айр. Что за шайтан решил пустить водопровод над промышленным лазерным... лазером. За миллионы квантов. Я устранил течь в раздевалке, но не... Заряжайте блоки конденсаторов, если не хотите зажариться. Это, видимо, какой-то намек. 381, кстати. Пошли откроем, посмотрим, что там. Потому что у меня сейчас только два выбора есть. Это выпить этой непонятной жидкости, которая, скорее всего, меня убьет. Либо я отравлюсь, или потом буду в конвульсиях лежать вот в этом углу под душем. Либо открыть этот шкафчик. Мне как-то это больше нравится. По-видимому, здесь хранилось не только уборочные принадлежности. Это не дешевая выпивка. Полироль. Бутылка виски. Крепкий старый виски. Дороже того, что я обычно пью. Так это повод, пока мы тут сидим, можно отметить. Полироль для металла из запасов чистящих средств. Но тут больше 10 лет. А он тут больше 10 лет, но похоже до сих пор не засох. И как он мне может понадобиться, пригодится хоть как-нибудь. Может в сливе что-то сейчас поднялось? Там ничего нет. It's rusted stuck. Приржавело. Все, я больше его не выключу. Я просто... Вообще без понятия, как это все можно использовать. I needed that. Мне это было нужно, действительно. Я сначала подумал, что это баночка шпротов. Что можно было выпить и закусить. Может быть, попробуй в ту лужу долбануть током. К примеру. В слив.
нельзя. А я-то подумал, мало ли. Может, действительно выпить? Только подожди. Если у меня автосейв когда был? Я, правда, не знаю. Ну ладно, пофигу. До дна. Интересно, что это даст? Что это было? Ты меня слышишь? Hello, who's there? Кто это? Арли, ты меня слышишь? Barely. Еле-еле. I can't see you. Where are you? Я вас не вижу. Где вы? In your head. В твоей голове. Бутылка. That bottle I drank. Это все из-за того, что было в той бутылке? Exactly. Именно, ты выпил колонию строительной мокроты. Оно запрограммировано на создание передатчика в мелких костях внутреннего уха. Ничего себе. И долго это продлится? Это же, надеюсь, не навсегда? Нет, через пару недель распадется. Правда, сейчас у тебя проблемы посерьезнее. Они меня нашли. Мое местонахождение раскрыто? Боюсь, что так. Прямо сейчас здание окружает группа захвата. Черт. Нам надо вытащить тебя оттуда. Вход в канализацию на заводском этаже не охраняется. Это самый лучший путь для побега. Если все это правда, значит, меня скоро окружат и прикончат. Не волнуйся, ты один из немногих, кого я знаю, как... кто достаточно умен, чтобы выбраться из подобной ситуации. Вы меня знаете? Можно и так сказать. Давай, пошевеливайся. В смысле? Ты кто такая? Давайте с ним побольше поговорим. Вы еще здесь? Куда ты, туда и я. Кто вы? Возможно, ошибка была изначально выпить из этой бутылки. Но откуда я должен знать, что можно вам доверять? Тут уж или я, или те парни с приказом расстрелять на поражение. К тому же, что я за человек такой, если не... помогу старому приятелю. Мы знакомы. Должно быть, мы много лет вместе проработали. Лао, это ты? Давай же, тебе пора выдвигаться. Как им удалось меня найти? Прости, этого я не знаю. Я знаю только, что они охотятся за тобой. Ты получила мое сообщение? Сообщение? Нет. Просто я знаю места, в которых ты любишь прятаться. Но твой сад... на этот раз не подошел бы, верно? Подожди-ка. Это значит не Лао, это точно. Это кто-то другой. Эй. Осталось только посмотреть, какие из твоих излюбленных мест штурмуют группы захвата, и вуаля. Вот он, Риджес. Значит, ты не слышала мою версию истории про Бакстера. Оставь это на потом. Для начала нужно вытащить тебя отсюда. Эх, они меня хотят выманить, даже меня, походу, никто сейчас не захватывает. Меня до сих пор даже и не нашли, если так подумать. Вот они-то знают, что хотят и как мной манипулировать. Что тебе известно про это строение? Старый завод ТВНА, там делали синтетику, эвакуирован после катастрофы Авроры. Большая часть этого района до сих пор заброшена. В таких местах обычно прячутся всякие отбросы и невольники. Есть что полезное. Большую часть всего наверняка уже растащили, но, может, ты что-нибудь найдешь. К тому же, это старое здание, осторожнее, тут все разваливается. Может, я смогу использовать это в свою пользу? Так, путь эвакуации. Как именно я должен отсюда выбраться? На производственном этаже есть выход в канализацию. Почему ты думаешь, что они его не отрезали? Этот налет собирался наспех. Думаю, они только недавно узнали, где ты. Надеются убрать тебя прежде, чем ты сообразишь, как действовать. Не хочу тебя расстраивать, но я тоже не особо подготовлен. Да, но у тебя есть я, это делает тебя на сотни шагов впереди.
Почему система питания здесь все еще работает? Со времен Авроры прошло всего 11 лет. Если никто с тех пор ничего здесь не включал, город наверняка просто не замечал, что они еще подключены. Думаю, простой фабрике это капля в океане, если говорить об энергоснабжении города. Не то чтобы у города была нехватка, Ньютон один из самых больших экспортеров электроэнергии в регионе. Наверное, это неудивительно, когда ты единственный в Локиге, у кого есть орбитальные солнечные фермы. Если производство все еще работает, может быть, ты сумеешь использовать это в свою пользу? Что вы запихали мне в голову? Я до сих пор не понимаю... немного переживаю по поводу того, что я в себя влил. Это безвредно, всего лишь органическое обеспечение конструктор. Да, но тысячи машин размером с молекулы, собирающие радио в моей голове, любого нормального человека это будет напрягать. Если бы ты взял и как все подключился, мне бы не пришлось через это проходить. К тому же, так безопаснее, у нас тут собственное фрактальное шифрование. Тебе лучше шевелиться, иначе патруль может тебя поймать. Ладно, ладно. Ну так-то у меня хотя бы цель появилась. Да? Предметы уже все нашел, вроде бы. Да ладно. И что это дало? Wait. Стой! Что такое? Кубль командования, это Кубль 3, динамическое вторжение произведено. Коридор второго этажа чист, ухожу в туннель и начинаю патрулирование, конец связи. Адаптивный камуфляж? И как не пройти мимо них, если их даже не видно? Я попробую взломать их системы, а пока придется тебе придумать, как пробраться незамеченным. Я знаю, как это делается. Надо баллон заменить краской. Подходит. Так, и теперь... через датчик дыма его покрасить. Этого солдата. О! Черт, Кобальт 3, маскировка нарушена! О! Один готов. Осталось всего лишь черти сколько. Не думай, что сможешь их всех перебить. Так, может, я у тебя же найду что-то интересное? Низкоскоростные, экспансивные, они шли подготовлены к легкой цели. Он не мертв, он проснется, но с адской головной болью. Может быть... я не смогу выстоять, это личное привязанное оружие. А нахрен оно мне тогда надо? Именное оружие запрограммировано и использовано только заданным пользователем. Надо как-то это исправить. Не знаю, может отполировать, промыть. Это несовместимо с коммуникатором, не влезет. И что дальше? Но... у меня, конечно, что-то получилось. А дальше-то что? Ну, прошел я сквозь него. В сливе ничего нету. Натереть... может быть...
Натереть я могу душу кабины. Чище уже не будет. А что мне нужно сделать чище? Может мне назад вернуться, и я там смогу что-то почистить? Картину, к примеру, ту, которую не тронули. Правда, не знаю, зачем это мне нужно будет. Или на лестницу я теперь могу выйти. А, да, действительно, я теперь просто могу выйти на лестницу. Там один из них стоит. В смысле? It won't fire for me. Это было неожиданно. Damn, it's out of charge. Черт, заряда не осталось. Я хотел в лабораторию сходить. Мне не нужно прям туда сразу к нему идти. Нет, бесполезно. Он меня видит и сразу же убивает. Хотя бы грузиться не надо, и на этом спасибо. Как же мне свалить-то от тебя, а? Может... Эти штурмовики. Тяжело, наверное, когда приходится бежать от собственных коллег из СЭЛ. В том-то и дело, они не агенты команды быстрого реагирования СЭЛ. У них похоже оружие и экипировка, но это не они. Откуда такая уверенность? У диспетчера немного другие методы борьбы с агентами и отступниками. Его действия хирургически точны, даже если они не отвечают нашим представлением о морали. А это все похоже на тупой инструмент. Кувалды для комара. Хорошо, ты думаешь, что это не диспетчер, но откуда ты знаешь, что эти люди не СЭЛ? Если бы это были они, эта операция была бы куда лучше спланирована. У них была бы изосхема здания. Они бы с самого начала точно знали, где я. Эти ребята умеют стрелять, но они просто одеты в снаряжение группы быстрого реагирования. Это интересная теория, я проверю пару зацепок по ней. К тому же, если бы они были СЭЛ, мне бы было гораздо труднее делать все, что нужно для побега. Тебе лучше пошевеливаться, иначе патруль может тебя поймать. Ладно, ладно. Ну, пошевеливаться-то пошевеливаться, только вот я пока не знаю, что мне делать, если честно. Там можно как-нибудь снизу через душевую лабораторию попасть. Только как это сделать, я тоже не знаю. Может быть, я могу разбить этим автоматом эти ящики? Ну, конечно, можно и так его открыть. Здесь ничего нет, кроме упакованного материала. Что за упакованный материал? Может быть, мне теперь с помощью этого... А, упаковочный материал. Упаковочный материал слив закрыть. I've stuffed the drain. О, я заткнул слив. Теперь, может быть, того током убьет. А если я еще... It's powerful stuff, but it won't do any... Не, я подумал, мало ли, может быть... Я смогу сюда еще виски вылить и потом поджечь это. Что-нибудь сгорит там. Так, это, конечно, все хорошо. Что я это сделал, но... С помощью упаковочного материала там все закрыл. Там поджег. А дальше-то что? Ну-ка, а я с того трупа больше ничего подобрать не могу. Ты все, что уже можно было, взял. Shame the optic. There's nothing but... А что он там говорит? Shame the optic. Знаешь, что оптический камуфляж встроен в форму? Как раз сейчас бы он мне очень пригодился. Действительно, я тоже об этом подумал, но... А почему ты с него просто форму снять не можешь, кстати? Неужели у меня никак не получится прийти в оптическую лабораторию? Как-то надо же обойти этого штурмовика, он куда-то смотрит, непонятно. Не надо спускаться, просто зайди в лабораторию, пожалуйста. О, цель обнаружена. Видимо, я здесь вообще никак ничем взаимодействовать не могу.
Да, но дальше-то что все равно? Ну, пустил я воду. It won't fire. Stuff it with packing? Nah. I can't get it. Уже не будет чище. Что тебя зарядить на самом деле надо? Burning it's not going to help. Сжигать его дело не поможет. I haven't got the gear to fix it. Or open it up some. Что-то я, наверное, не нашел. Или я сейчас придумать не могу. Бутылка виски это для того, чтобы только выпить. Это наверняка можно как-нибудь еще использовать. Так, может быть, я здесь что-то пропустил. Обслуживающий дрон. Я у тебя только краску нашел, да? Больше нет ничего. The gauge says the tank. Баллон пуст. Баллон с водой ты тогда у него не взял, видимо, потому что он тебе не понадобился. В терминале, может, что-то пропустил. Питание. А. Неплохо, неплохо. А за картиной что-нибудь есть? Нет, похоже. Так, игра, не висни, не надо. Ну-ка, на терминале больше ничего нету. Система управления питанием подключена к устройству. Ага, удаленный запуск системы. Нормально, теперь можно управлять им со своего коммуникатора. Интересно. Да, но... Дальше-то что? В ящиках больше ничего не лежит. There's nothing but pack. Надо же что-то сделать с этим штурмовиком, не знаю. Надо попробовать на него все вещи понажимать, которые у меня есть. Может, бутылочку его угостить? Не, не хочет бутылочку. Зажигалку ему дать. Может, он покурить захочет. Damn. It's out. Заряда не осталось. Нижний этаж, оптическая лаборатория. Там бы все бы я не выбрал, все равно одно и то же будет. You still there? I hear. Что за промышленный лазер? Здоровенный, у них тут лазер. Если он не для производственной линии, то, наверное, используется для... А чё? Прототипирования? Похоже, кто-то его здорово испортил. Наверное, не было времени его починить перед Авророй. Может, он пригодится, если ты его снова запустишь. Тебе лучше шевелиться, иначе патруль может тебя поймать. Ладно, ладно. Мне надо выбраться по-любому как-то через ту дырку. Здесь мне делать нечего. Но как ее расширить можно? Мне даже нечем. Я здесь все нашел. У меня здесь больше ничего нету. Душевые кабины, они заржавели. Никакой шкафчиков я не открывается. Все закрыто. Не знаю. Не работает. Burning. Не работает. Ну-ка, а если я... Надо было сразу до этого додуматься. Как тебе такое, сучка? Ну так давай подожгем ее. What a wait. Неудачник. Иди гуляй.
Точно, а я тут заходил, думал, что мне делать, как мне быть? Надо было сразу понять, что вот оно оружие. Коктейльчик Молотова тут. Промышленный лазер. Установить мощность. Внимание, опасно. Ну-ка. Только что мне это дало? А меня током там не убьет, если я? Трогать его не лучшая идея, питание может включиться снова. Предостережение? Ну так, что там на производственном этаже у нас есть? Что-то там... А, здесь проход вообще есть. Наверное, мне надо каким-то образом... Ой, да я за этой же ныкался. Не смог я пройти. Между ним и мной нет укрытия. Ну как это? Есть. Я просто пытался пройти, но у меня этого не получилось. Видишь, все получается. Никаких проблем. Управление, ага, что это? Разблокирован, ага. О! Сразу бы так две выехали, чтобы мне было намного легче идти. Теперь я еще и какую-то руку активировал. Что я делаю вообще? Как у меня это получается? Мне солдата-то трогать не надо будет больше. Можешь мне сейчас пойти выключить питание, чтобы мне можно... Ладно, ты на производственном этаже, в углу северной стены есть... Экстренный выход в канализационный коллектор. Он никак закрыт. Ага, вот только он закрыт. Что? Не может быть. Ага, большой замок и все такое. Еще идеи. Боюсь, что нет. Завод окружен штурмовой командой. Это твой единственный выход. Похоже, придется найти способ снять замок. Может быть, я найду вещь. Are you kidding? It's less person. Whatever this is, чтобы это ни было, очевидно, их нужно немало, чтобы собрать синты. Опа, металлический диск натереть. Теперь он блестит. Да, все работает. Хопа, смотри как. Все удачно получилось. Еще мне в голову, да? Не, ровно, замок. Идеально. Быстренько, очень быстро разобрался со всей этой проблемой. Надеюсь, что не иду прямо в засаду. Я пока тебя не подводила, верно? Ага, пока. Риджес! Что, это действительно ты? Да нет, подожди, ты же... Она же получила сообщение. Что-то здесь нечисто, вот прям вот... Чувствуется подвох какой-то, меня вот прям обманывают. Риджес, я тоже рад видеть тебя вживую, Лао. В каком смысле вживую? Разве ты не общалась со мной через передатчик у меня в голове? Нет, не она. Нет, не я. Ты думал, это она? Ну, было похоже на то. Похоже на что? С кем ты разговариваешь? Я... Неважно.
Да, в моей голове голос, я немножко с ума-то схожу. Так тебе помогают голоса? Разве обычно это не признак стресса? Это кто-то общается со мной по радио. Очевидно, кто-то, кто меня знает, но... Если это не ты, определенно не я, я только нашла сообщение, оставленное тобой в ДНК. Не волнуйся, я та, кому ты можешь доверять. А вот насчет нее не уверена, у нее перехватчик в нейросети. Макс, голоса говорят, что у тебя жучок. Что? Подожди-ка. Ну, бомбить, перехватчик. Чего? Наверное, они обнаружили тебя одновременно с ней. Можешь избавиться. Ты можешь его отключить. Легко, теперь, когда я знаю, что он здесь. Все, он изолирован. Я могу это подтвердить, больше они ее отслеживать не будут. Понятия не имею, когда они ко мне подцепили. Наверное, когда я расследовала, убийство в лаборатории растений. Это был не я, Макс. Я знаю, Риджес. Я не думал, что это ты, но... Ты единственный человек, подходящий на ум, который мог желать его смерти. И, честно говоря, не думаю, что кто-нибудь винил бы тебя после того, что он сделал. Я знаю, что отнять жизнь непросто. В конце концов, я вчера устранила смертника. Макс, я тебе приказал. Диспетчер тебе приказал. Я знала, что он хочет... принести городу лишь смерть. И все-таки это было непросто. Смерть не исправишь. Я знаю тебя, Риджес. И знаю, что ты так же... тоже так считаешь. Если бы не смог его убить... А, ты бы не смог его убить, я точно знаю. Голос или Лао? Голос или Лао? Лао. Спасибо за твое мнение, Макс. Похоже, ты сейчас мыслишь логичнее меня. Как думаешь, что нам нужно делать дальше? Ну, явка с повинной, наверное, не вариант. Нет. Ну, тогда нам нужно попытаться узнать, кто на самом деле убил Бакстера. И почему они послали штурмовую бригаду охотиться за мной? Если можно, я... прерву ваше радостное воссоединение, полагаю, я могу помочь. Можете? Как? Опять голоса? Моя организация в курсе связи между этим нападением и убийством доктора Бакстера. Что? Как? Думаю, нам стоит обсудить это в более надежном месте. Бульвар Шенли, 1681, юго-восток Ньютона, 16 этаж, заходи с черного хода. Да он... никак мы не можем ей верить, только на слово. Ладно, пойдем. Нам нужно выяснить, что происходит. Похоже, вы представляете себе это лучше нас. И надо признать, до сих пор вы мне помогали. Говорите, я вас знаю. А я тебя, Чарли. Ладно, мы идем. Оставь доктора Лао, приходи один. Нет. Прошу прощения. Лао тоже пойдет. Она единственная из тех, кого я знаю, кому можно сейчас доверять. Оу. Ну что ж, скоро увидимся, Чарли. Давайте потом. 24 года назад. Ого. Похоже, Вегас собрал некислую команду. Ну... а что было 24 года назад? Что же здесь произошло? И почему? Какой не Бакстер? А, Чарли. Или нет, или не Чарли. Подожди, как? Почему-то у меня это из головы вылетело, как героя зовут этого мента. Сэл. Или доктора. Кто они там, на самом деле? Что-то я не допираю тоже до этого. И еще как-то почему-то я под конец залип. Ну, в общем, на этом-то все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.